Здравствуйте, уважаемые мои коллеги, друзья, подписчики. Я рад вас приветствовать у себя на винограднике Витебской области в поселке Междуречье. Сегодня мы с вами продолжим знакомство с своими сортами. Сегодня у нас 19 августа, и я с удовольствием вам представлю еще один сорт из моей коллекции. Это сорт памяти Домковской. Этот сорт из года в год, как и сорт Алешенькин, чрезвычайно плодоносен, радует хорошей отдачей урожая, великолепно, в общем-то, адаптировался к непростым погодным условиям. На сегодняшний день он уже, видите, полностью набрал окрас, но пока что еще ему надо немножечко отвисеться, так как не торопитесь его никогда снимать, он должна кислота уйти и набрать побольше сахара. Его я в основном использую в технических целях, это для приготовления вин соков. У него прекрасно окрашенный сок, такой темненький. Он абсолютно бессемянный. Ну, в основном вот такие я ареалы его использования и беру. Он у меня используется в купаже с таким сортом, как Загадка Шарова, при этом получается шикарнейшее вино. Я вам настоятельно это рекомендую попробовать в процентном соотношении 50 на 50. Ну, кроме вот таких положительных характеристик, у него, к сожалению, есть такое уязвимое место, как слабая устойчивость к болезням. Но при надлежащих обработках, а их, как и на Алешеньке, было у меня 4, 2 до цветения, 2 после цветения, он, вы видите, абсолютно чистый листовой аппарат, но вот отдельные листики как бы повреждены, скорее всего, из-за солнца, из-за влажности климата нашего. А так никаких проявлений ни милдью, ни оидиума на ягодах и на лозе мы не видим. И при такой нагрузке я хочу отметить еще, что положительную сторону его, это начало вызревания лозы. У него великолепно зреет лоза. И плодоносность почек, как вы видите, начинается где-то порядка с третьей-четвертой почки, то есть ему приемлема именно вот такая вот, как короткая, так и более длинная обрезка. Этот сорт у меня тоже является аборигеном участка. Ему уже больше 15 лет. Но, опять же, при надлежащем хорошей агротехнике, своевременной замене вот старых рукавов, а это обычно я делаю через 3-5 лет, как рекомендуют, он ежегодно вот выдает такой вот урожай. Осы тоже его немножечко тут, конечно, бьют, но это все не критично. Мешков, вы видите, я тут тоже не вешаю, у него все-таки довольно плотноватая гроздь, и вполне мы можем подцепить какую-нибудь гниль на ягодах. То есть сорт вполне он подходит для северных территорий. Тоже можете взять его на заметку, без урожая он вас не оставит. То есть каждый год вот такой вот шикарный урожай. Мы можем еще, вот он у меня на двух плоскостях, вы видите, это вот одна плоскость. Сейчас мы с оператором покажем вам еще и вторую плоскость. То есть любо-дорого смотреть на такую урожайность сорта памяти Домковской. Ну и гроздочки солидные. Вот видите, вот гроздочка очень такая солидная, грамм по 600, по 700, может быть даже и больше. То есть возьмите его также себе на заметку. Значит, что еще можно сказать об этом сорте? Сорт, пока подчеркнул, очень неприхотливый в плане, обладает большой силой роста. Побеги уже отчеканены у меня давно. И, в общем, возьмите его себе, еще раз повторю, на заметочку, и вы будете всегда с урожаем. Ну, вот так, в принципе, коротко я вам о нем тоже дал информацию. Рад, что вы были со мной на канале. Не забывайте подписывать на канал. Будет продолжение еще, как говорят, банкета по более новинкам. Ну, я вам скажу так, что не все золото, что блестит, и списывать со счетов такие сорта, как Алешенькин, памяти Домковской, потом Агат Донской, я бы не торопился. Потому что любой какой-нибудь особо неблагоприятный год, и вы останетесь просто-напросто с урожаем, ну или с каким-нибудь мизерным урожаем. А мы все-таки работаем для того, чтобы получить хоть такой солидный урожай, чтобы было приятно на что посмотреть. Еще раз прошу вас, это самое, подписывайтесь на канал. Рад был, что вы со мной были на этом канале. И с вами был Вадим Точилин.
Thank you.